Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, Нига, Ёжик, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Кукусики. Всем нравится Сиреноголовый, как всегда, у нас очень классная рубрика, потому что у нас будет маньяк на машине, а мы будем убегать по всему городу и выживать. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы должны уже, пацаны, разбежаться. Разбегайтесь, разбегайтесь, потому что вот через 10 секунд убийца активируется. Беги, Форест, беги. Активейт от убийца. Да, полролика ты погоняешься, а потом мы что-то поменяем правила, может я буду гоняться. Ну, сначала погнали, пацаны. Можно бегать по всей карте. Если на булочке мира. Так, кот, пацаны. Рукожоп у нас убийца, если честно. А кто взял этого? Деревяшку, он же медленный. Я взял льда. Так, ты какой такой быстрый очень. Да, убийца у нас такой не очень. Хорошо, давайте, так кого он убьет, тоже становится убийцей. Потому что я вижу, он до никого не задавит. Это у нас будет 3 серии, как он кого-то давит. Я еще хотел поле взять, а тут в городе сложно. Ну да, тут очень маленькие места. Тут надо хитростью брать. Сперва одному игроку будет сложно, когда двое будет. Да-да-да. Будет проще, тут уже будет отвлекать. Ага. А другой в тупик заткнул. Да ладно, я пошел по хлеб, пока он тут мочит. Куда? Куда? Да там хлебный магазин есть. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И скоро 1 000 000 подписчиков. Осталось не так уж и долго. Ожидаем. Я, по моим подсчетам, осталось 50 дней. Так как 2000 подписчиков в день добавляется. Я вижу одного. Кровь вижу. Да я просто гуляю и хожу себе. Какого? Вижу кетчупа. Никого не вижу. Не, у нас убийца никудышный. Да, он не знает, что можно shift прожать, и машина ускоряется. Я так и делаю. Нет, он так и делает. Просто тяжело, наверное, только ему. Даже я играю за деревяшку, не может меня убить. Ну я да, удивлен. Это сложно, если честно, ему. Так, я вижу, вот ты идешь. Это легко, мне потяжелее будет, я довольно медлительный. Так. Да, реально, ты медленный очень. Нига, давай ты будешь тоже убийцей. Сейчас. Ты знаешь, где эту машину взять? Дублирую ее себе. Будет вас двое, будет проще. Реально одному сложно. О, убил! Красава, красава. А я пока постою, потусуюсь. Я ж могу прыгать. А, не могу прыгать. Так, короче, я пошел. Куда-то мы сходим. Давайте все попробуем. О, наверх нельзя подниматься. Это кто? Ой, 10 жизней. 100 жизней. А ну сюда. Нет, сюда нельзя. Сюда. Нельзя. О, нормально, убийцы мочат уже. А когда будет? Это не считается, я сам на машину набежал. Неправда. Да ну блин, ну это случайность. Давайте еще разок, давайте другого возьмем. Давайте вот этого вот. Тоже быстрый. Ладно, пошел я, пошел. Сюда пройдемся. Сирена в городе. Печально, что нельзя прыгать. Я бы запрыгнул в таких места, которые никто не догадается. Да, плохо, нельзя никак подниматься на дома мне. И нам тоже. Это тоже не прыгает. Хорошо, давайте пообходим по трассе. О, еще один, привет! Сколько у нас тут трое! Трое, три сиреноголовых. Да. Идемте по трассе, да, прогуляемся. Полили. А, кстати, пацаны, сделайте мне 100 хп, а то у меня 500 тысяч. Так, погнали. О, отлично. Нас полили. Ливаем. Куда ливаем? А где он? Никого ж нету. Ну я услышал. Надо валить, надо валить. Пацаны, из вас никто не прыгает? О, вон он едет. Кто? Давайте сюда, он сюда побежал. Сейчас мы за домом его увидим. Так, никого? Бежим! О, пацаны, бегите! Быстрей, быстрей, о, быстрей, быстрей! Что делать? Беги. Придется, пацаны, его обмануть.
Есть, у меня получилось. Я вам тоже это рекомендую сделать. Летит, летит, летит за вами. Он там красный застрял. Молодец, обманул. Мы смогли тебя обмануть. А меня нет. Так, еще разок попробую обмануть. Да. Давай, красного, мочи. Ты смог. Может, нам можно любую машину взять? А нам сделать меньше жизни? То сложно, а может... пацанам. Они плохо управляются. Да, пока он доедет до меня. Машину. Да, можете другую машину взять. Сип. Едет. Давайте нам тогда всем по 10 хп и любую машину. Как раз вы только коснетесь, мы сразу умрем. Можете спортивные машины, автобусы. А, кроме танков. Не, мы можем записать с танками, ну тогда это, наверное, другая серия надо, и меньше, больше жизни нам делать. И больше игроков. Да не, 8 тоже нормально. И мощнее ком. Не, ну ком тоже мощный. Да, нормально, хожу тусы, сейчас у нас будет разнообразие, когда пацаны возьмут другие машины. О, привет! Кто привет? Кто? Кого ты увидел? Синего? Да. Который в городе? Да, на мосту. А, все. О, блин! Вали, 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 вали! Сюда, в дырку, он не успеет заехать так быстро. Отлично! Идеальное место, идеально. А как он заедет сюда? Я слышу, как кто-то на машине гоняет. А ты что, умер? Нет, я один раз умер, но я набежал сам на машину. Машина жопой стояла ко мне. Я такое место нашел. Куда, на машине не заехать? Возможно заехать, но будет сложно. Так, давайте потому сюда. Что рядом стенки. А-а-а. У вас есть преимущество. Фоне. Мы не поворот. Еще у нас преимущество. Ну да. У нас маленький сетбокс. Так что я использую другую машину. Хорошо, давай. С которой я смогу уже вас убивать. Давай, или разрешаю любую брать. А чё именно эту? А как ты будешь? А, ты и свойства поменяешь? Да. Ах ты жук. Ну хорошо, давай, так тоже можно. Ах ты волосатый жук. Ну эти свойства тебе особо не помогут, мне кажется. Потому что ты имеешь дело с профессионалом. Ну все, тяжелая. Ой, что у тебя подкапчивает машина? О, я слышу звук сирены. Подпердывает. А, ты дрифтуна решил закрутить. Слышь, ты чё тут коптишь своим оружием? Эй, мне 72 жизни. Кстати, кто победит, получит от меня мороженую. О, хорошо. Виртуальную, да? В чате отправишь мороженку. Не, могу реально. Отправим вам через... Можешь даже реально. Ладно, время тяжелой артиллерии. Ой, я боюсь. Топ, лучше кто-то. Блин, да я сейчас умру, у меня 40 жизней. Убил, ты слышишь, меня просто переехал. Хорошо, давайте так, можно брать танки. Не надо. Не, ну тогда давайте 500 жизней, хотя бы не 100-500, чтобы было, тогда можно с танками. Не хватает нам, знаете чего? Не хватает нам такого игрока, чтобы переворачивать машины. У нас вроде же был такой когда-то. Ай, ай-яй-яй, больно. А он не попадет по нам. Все, можно оружку использовать. Машину с оружием. Так, да. Давайте убьете и все, значит проиграл. Танка, танка вижу, вижу танкиста. Так, еще один на жопе скользит сюда. Мне в даже эту зону танк не попадет. Да не, он не сможет. Да не, он мне прям с размером. Метр на метр. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Ха-ха, оттекаем. Вали. Капец. Я сразу. Облава. Я слышу танк. На танке кто-то ездит. Я его вижу. Отлично. Сирену машины слышу. О, мы с тобой тут тащим, нормально. Я слышу, слышу. Танк вот пролетел. А я вот. Вот они, летят. Давайте, пацаны, атакуем их машины. Дачи, я могу летать.
я увидел чью-то машину. Радостно с хвостом. О! О, пошел, щенок. Танкиста нашего нету. А, танкист уже на пенсию ушел. А, я думал, танкист уже все с нами. А кто еще? Это так, адская машина. Ого, валите! Все, я вспомнил, мне надо кое-куда. Я выживаю, я выживаю. Ого, все-таки они попадали, значит, эти бомбы. Офигеть. Я выжил. А Нига не выжил, а не выжил. А и я не выжил. Я выжил. Ого, машина летает. И хит, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.